смотрите, как продумано. Велосипедная дорожка, велосипедист как раз проехал. Здесь гуляем, здесь едем на велосипеде, нужно сразу плаваем с видом на море. Я, кстати, хочу похвастаться. Из Махмутлара я доехала на велосипеде в Аланью и обратно. Не буду говорить по времени, потому что там немножко покатались, но то, что это абсолютно реально, спокойно, прогулка у нас была в вечернее время.